со страхом Божьим и верою приступите. Благословен преды во имя Господне, Бог Господь и явися. Молимся, причастники, верую Господи, исповедую, как Иисус воистину Христос, Сын Бога живаго. Преследуем мир грешным, спасти от них же первый из нас. Еще верую, как сие есть самое пречистое тело, ты самая честная кровь твоя. Молюсь у тебя, помилуй меня, прости мне все прегрешение мое, вольно и невольно, за словом я же делаю, мы же видя и не видя. И исподу мне осужденно причаститься, причистый твой таинство, восставление грехов, мысли извечно, аминь. Вечер твой тайны, не сыне Божий причастниками, а примени во врагом твоем тайну, повемнил обзантином, яко и внука разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да несут или в осуждение будет мне причащение причистое, это тай, новое исцеление души и тела. Аминь. Подожди, попусти Мирона. Очищается. Аминь, Мирон, во имя Отца и Сына, и Святого отвечается раб Божий Татьяна, во оставление грехов я и в жизни вечную. Аминь. Пречистое тело и кровь Господа Бога Спаса нашего Христа, причастие раб Божий Антонина, во оставление грехов я и в жизнь вечную. Аминь. Спокойно. Пречистое тело и кровь Господа Бога Спаса нашего Христа, причастие раб Божий Александра. Пречистое тело и кровь Господа Бога Спаса нашего Христа, причастие раб Божий Надежда. Спокойно. Пресвятая Троица, Господь, Спаси нас, Христа, прощай, Сына Божия, надежда, во оставление грехов и в жизни вечную. Аминь.
чисто тело и кровь Господа Бога, спаса нашего Христа, причащается Рама Божия, Татьяна, в оставлении грехов и в жизни вечной. Аллилуйя, аллилуйя.